слышали, что будет переименовывать улицу Объездную? Да, слышал. Объездная улица будет называться по-другому. Об этом вчера рассказал Тимур Нагуманов. Переименование запланировали, потому что улица все больше становится частью активной жизни города и все меньше функционирует как дополнительная дорога. Это связано с развивающимся районом в этой части Альметьевска. Скоро начнет уже сдаваться и появляться первые ласточки жилого комплекса «Экополис». И будущие планы — улица Объездная станет полноценной городской улицей, на которой будут жить люди, будет много мест для досуга. Глава предложил будущим жителям микрорайона и всем альметьевцам поучаствовать в выборе нового названия. Мы решили пойти путем не просто обсуждение на комиссии у нас существующей по названию улиц, но вначале хотим, конечно, спросить мнение у горожан. Мы тоже решили спросить у альметьевцев, как бы они назвали улицу. Нашлись те, кто согласен с тем, что улица все меньше похожа на объезд вокруг города. Но Объездная звучит так не очень, конечно, как будто на окраине. А так становится уже более оживленным район, поэтому, в общем-то, мне кажется, не очень плохая идея. А новое название, по мнению горожан, может быть отсылкой на старые события. С чем район как бы связан исторически или вот что-то такое? Может, какие-то, жители живут такие значимые для города? Некоторые альметьевцы предложили связать будущее название со средним возрастом проживающего рядом населения. Молодежная. Я думаю, так, хоть я пенсионерка. А почему молодежная? А потому что тут стимул одна молодежь тут. Но, как выяснилось, не все готовы к изменениям. Я об этом не призадумалась, конечно. Нет, мне Объездная больше нравится, не знаю. Мнение наших подписчиков в соцсетях тоже разделилось. Кроме того, как мы выяснили, новое название принесет и новые трудности как для предприятий, так и для местных жителей. Организации будут менять свои документы. По большому счету, горожан касается только смена паспорта. Нет, не паспорта, а именно штампика. То есть им надо будет просто перештамповаться, грубо говоря. Но для этого им надо будет через земельный комитет вот это все переоформить сначала выписку с ЕГРН. Из предложенных альметьевцами названий выберут пятерку лидеров. После специальная комиссия выберет одно. Оно распространится на участок от Резыфа Хридина до Объездного тракта. Елена Бауэр, Тимур Туманов, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока.